Доброе утро, друзья. Итак, внимание, вопрос. Что самое сложное в поздравлении на 8 марта своих девушек, любимых женщин? Правильно. Самое сложное рано утром проснуться и сбежать так, чтобы она не проснулась. Мы с этой задачей вроде бы справились. Диана еще спит, ноги в руки и вперед за цветами. Сейчас еще нет 7 часов. Блин, что-то я так понервничал, чтобы не разбудить Диану, что проснулся еще почти за час до будильника. И целый час пытался лежать, пытался как-то вроде бы и подремать, но и так, чтобы задремать не сильно, чтобы не проспать будильник. Ну, в целом, с задачей вроде бы справился. Так что теперь мы с вами едем за цветами. Куча цветов. А сколько розовая? Вот это, да? Да, 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 да. 45. Метровая, да. Теперь идем покупать завтрак. Завтрак, причем будет, наверное, вредноват, но это Диана любимый завтрак. Точнее, не то, что любимый завтрак, это будет просто Диана любимая эти пирожки с Макдональдса. Я попытаюсь их довести еще горячими. Я надеюсь, что у меня это получится. Потому что ехать тут пусть и недалеко, но все же ехать нужно. Поэтому постараемся. Девосек, с 8 марта! Спасибо! С праздником тебя, жопа. Не дави меня так. Лёша мне... Давай есть. Будешь нет, есть. А Лёша мне принёс очень красивый длинный-длинный букет. Ой, длинный, красивый, длинный. Только поставь их в воду, потому что они там потрёпанные. А, да, пока будет. Доехал, они должны вроде бы как раскрыться. В моём любимом цвете. По идее, должны раскрыться. Но будем надеяться, что они всё-таки раскроются. Так это раз. Выходит, что цветами... Как вообще идеальный мужчина. Самый главный подарок. Иду с Макдональдса. А я с ним как раз занимаюсь. То есть я думала там зарядку сделать, на скакалке попрыгать. И тут сама знак свыше. Леша, я с едой с Макдональдса. Диана, не надо заниматься. Надо просто, надо просто есть. Спасибо большое, очень приятно. А что там? Ну не знаю. Что они могут дать? Я же не знаю. Пирожочки. Да? Пирожочки. Аж два? Аж два. Это тебе и мне? Нет, это тебе и тебе. Куда же? Под молочный коктейль. Ты знаешь, что после этого можно не есть? Без еды. Да ну да. Через пару часов будешь бегать голодная. Я-то буду бегать голодная, но фаворит. Но есть не буду. Пока бы пирожочки. Я, конечно, думал бургер, но думаю бургер на завтрак. Тем более, пока его довезу. Пока его довезу. Он теплый еще? Да. О, я его в рюкзак приложил, то оно подмялось. А это с чем? Ну, перевернись, не знаю. Тут непонятно.
Ну что, мясной? Нет. Он что, шоколадный? Нет. А с чем он? Со смородиной? Нет? Я не знаю. Короче, с малиной, либо с малиной, либо с клубникой. А, да? С малиной, наверное. Может быть, это надо сфоткать? Я даже не знаю. Все, кушай, я пошел съесть, Аночка, запарюсь. Всем еще раз доброе утро, точнее доброе утро, потому что я не сказала это, как Леша там меня поздравлял, я на радостях и забыла, что здороваться как бы тоже надо. Еще раз всех поздравляю с праздничком, всех женщин, девушек, бабушек, всех-всех-всех. Уже с прошедшим. Уже с прошедшим, да, но у нас он сегодня, да, вот мои цветы уже стоят. Коктейль молочный я сохранила, сейчас я с ним буду идти гулять, потому что я страшно люблю ходить гулять с какими-то коктейлями, с баночками, бутылочками. Леша этого не понимает, а я... очень люблю, поэтому я его выпью сейчас, когда мы будем ходить гулять. Мы сейчас хотим поехать поздравить маму. Вот, это самое важное. Надо будет позвонить бабушкам их поздравить. Лёша свою, я своих бабушек. Вот. Ну, погода, конечно, немножко подвела. Я хотела сегодня надевать платье красиво. Всё-таки 8 марта. Хотела платье одеть, там, манто или кожанку, хоть что-то, знаете, там, сумочку новую. А так как погода не позволяет ни то, ни другое одеть, одеваю куртку красную и рюкзак. Такое у меня сегодня 8 марта. Ну, зато вон блестюшки. Зато так, хоть как-то выделюсь, да, хоть как-то себе настроение создам. Сегодня же 8 марта, я ж участвую в конкурсе Victoria's Secret, то есть в розыгрыше там, да, 8 подарков. Вот до сегодняшнего дня там 188 где-то участниц, и сегодня после 6 вечера будет уже вот этот вот розыгрыш, разыгрывать призы. Мне так хочется что-то выиграть, ну хоть что-то. Даже сам факт победы, потому что я часто рассказывала что-то ВКонтакте, там такое-сякое, никогда ничего не выигрывала, даже близка не была к победе. Ну, может быть, здесь мне повезет, и это будет еще один классный подарок мне на 8 марта. Там разыгрывается первое место косметичка от Victoria's Secret, второе место сертификат на 500 гривен. Это то, что я, наверное, больше всего бы хотела, это сертификат, потому что это... возможность приехать в Днепропетровск, в тот магазин, и потратить этот сертификат. Да, Лёша? Вот, третье — это блески, это мятный или еще какой-то. Лёша говорит, что у меня будет третье место, не знаю, что он в это вцепился. Потом там, что же, еще там какие-то маленькие лосьончик, спрейчик маленький бы выиграть, тоже круто там. Ну, в общем, классные такие призы, и вот у меня же любовь к Victoria's Secret, поэтому очень хочется что-то выиграть. И сегодня тоже стояла, брызгалась спреем, пипец, нечаянно себе в лицо набрызгала. Полбанки вылила. Думаю, раз сегодня 8 марта, хоть платье не одену, но пахнуть хорошо должна, это точно. Поэтому сегодня я в предвкушении розыгрыша. Если я ничего не выиграю, я очень расстроюсь. Поэтому давайте же выпьем за то, чтобы я сегодня выиграла и за вас, милые дамы. Кстати, я говорю, Лёша, он постоял немножко в холодильнике, его стало наполовину меньше. То есть они, получается, когда его продают, они же его взбивают. И здесь вот половина осталась. Как будто кто-то до меня уже пил. Я достаю, говорю, Лёш, ты что пил? Мой коктейль молочный. Кстати, цветочки как-то, ну, не очень себя чувствуют. Вот этот вообще почти умер. Точнее, он умер. Лёша расстроился. Ну, видно, продали такие, знаете. Им же... потому что утром холодно было. Потому что вот те хорошо раскрылись, твёрдые. Потому что розы не раскрыты. Они могут стоять в них в растворах всяких, тоже мама говорила. Знаете, им по барабану, они продаются, и знают, что 8 марта мужчина придет цветами, они все впаривают. Вот так вот, знаете, ну, обидно. Печально, что солнышко ушло в такой день. Как-то пасмурно стало, немножко настроение так. Хотя я люблю такую погоду, но чего-то вот именно сегодня хотелось солнышко и всего такого. Но я сегодня одела рубашку, которую вы говорили, что вам она понравилась. Лёше не нравится, но я ее одела. Может, Лёша... потому что Ева это просто моя нелюбимая. Ну, наверное, поэтому тебе она не нравится, да. Потому что когда я в синей сидела на челлендже, ты вроде бы ничего не говорил. Или хочешь, я синюю одену? Я сегодня Диана в клеточку. Лёша что-то делает, там что-то мутит в ноутбуке, что-то смотрит. Мне не разрешает смотреть, поэтому сейчас мы будем уже уходить, но мне надо его дождаться. Вот так. Как я сегодня с Лёшей смеялась, я сегодня монтировала видео, он меня перекривлял в конце, когда я сделала вот так. Не надо. Ну, просто в конце она перекривила, и мы это вырезали. Я пипец, я смеялась до слез. Мы просто такое не оставляем. Это уже такие, знаете, шутки, которые понимаем только мы с Лёшей. Но я смеялась. Что-то в последнее время монтировала ролика 3 или 4. Я выхватывала такие таски, непонятно с чего вообще, с каких-то словечек. Вот у Лёши есть прикол, говорит там... как же он говорит? Такие. Такая, такие. Он рассказывает что-то, он как я, ему хочется рассказать быстрее, знаете, вот он такой весь на эмоциях, вот сегодня с цветами так утром было. Такие идем, короче, такие. Он такие, и вот такая, у него слово такая, такая, вот он прям глотает слова, так смешно, забавно вообще.
Ты забавный. Зачем ты снимаешь меня опять в этой мамайке алкашки? Мамайке, алкашки. Мамайке. Нормальная майка, а ты в ней качок. Я начал. Лёшка, уже приехали на малый рынок, да. Чтобы поздравить, ой, точнее, чтобы купить цветы. Поэтому сейчас мы вам покажем огромный-огромный павильон. Да, к сожалению, утром сюда я не доехал, я показывал другой огромный-огромный. Да, но здесь самые лучшие у нас цветы продаются. Да, поэтому... Не, спасибо. Поэтому... Шарики. А что, нельзя? Маме? Да. Я хотела маме тюльпаны. Тюльпаны? Да. Ну, пожалуйста, сразу тюльпаны. О, розовый красивый. Ну, это тебе же розовый красивый. Да и маме. А глянь, какие вот эти красивые. Вообще красота. Вот те. Это тебе тоже. А что? А двухцветные? А вот эти не нравятся? А двухцветные, нет? А вот эти цветы не нравятся? Что это? Ирис, по-моему. Это он. Очень красивый. Вот это ажиотаж. А вот какие, да. Ты же думал, что маме видишь? Вот те мне понравились очень. Так вот они. Там они как-то, мне кажется, лучше, нет? А такие? Точно такие. Ну, спроси, сколько они стоят? Красивые, да? Ну, маме будет так, потому что все-таки тюльпаны. Ну, эти тоже очень красивые, я слышу, необычные. Может, все-таки тюльпаны? Спроси, сколько они стоят. И тюльпаны вот эти красивые, нежные розовые. Угу. Очень красивые, маме тоже как блондинки. Вот такие розы. Пончики. А вот эти цветочки. Тоже потратить, да? Видишь? Ну, ты что, думать? А что я? Ты мужчина. Ну, полегчало. Давай ирис. Ну, все-таки тюльпанчик. Ну, давай тюльпаны надо. Нет, ну давай девочки. Мы купили цветы. Мамочки купили 5 розовых тюльпанчиков. Мы долго выбирали. Там такие цвета, конечно, вообще красивые. И такие, как моя помада, вот эта темно-сливовая. Я таких даже нигде не видела тюльпанчиков. А я только расстроился. Я думаю, вы на камере увидели, я показывал и то место, где я покупал, и то, которое мы с Яной были. Надо было ехать сюда, но очень далеко ехать. Ну, закупил, тут спасибо, и выбор там. Ты сделал настроение. Короче, лоханулся. Все как всегда. Поэтому ничего удивительного. Теперь мы идем за каким-нибудь пакетиком. Потому что мне почему-то в соло, когда продали маску, обычно дают пакетики. Или да. Мы хотим взять какой-нибудь подарочный пакетик небольшой. Пакетик с масочкой. А что, когда ты себя прибыл? Да. А я снова как Фродо. Мы решили, что Леша как Фродо, когда там кто помнит. В этом капюшоне кто помнит этот Властелин колец, когда его до паучиха в паутину закутала, он так же выглядел. Так похож, капец. Даже теперь я Фродо. Зовите меня просто Фёдор. Нам показалось, что папа на машину проезжал. Надеемся, да нет, не она была. Там черная полоса по бокам были. Сверху. А что ты сказал, что ты похож на папу? Да, может, то я тебя хотел понервничать. Зачем мне нервничать? Я могла бы так маме оставить подарок. То есть нет. Тоже было прикольно, да? Нет. Мама приходит там с поездки, а он подарок откуда он взял? Откуда? Кто же это сделал? Домовой! Мы же по идее, черти где? Это домовой! Куда раз что? И мануальчик! Мануальчик! Мануальчик, да? Ты же знаешь, что такое, вот такая звезда. В семье у нас самый обсуждаемый врач. Мы в лифте. Это не мы. Боже, какая ты холодная, прихолодная. Мы тебя тут поздравляем. Поздравляю. Заходите, что ты через порог. Спасибо. Проходите. Теперь у нас подарочки. Да, небольшие. Что мне придумали? Подарочки. Ну, спасибо вам большое. Какие тюльпаны. Ой, обалденные. Молодцы. Подарок сделали. Давайте, мойте ручки. Папа маме дарил желтые розы. Мама так уже сказала, потому что мануальчик сказал. Мама будет нас кормить праздничным перчиком. Ну, не праздничный. Праздничный, потому что он очень вкусный. Мы тебе сюрприз устроим. Да? Ты не ожидала, что мы приедем? Ну, я на всякий случай пирог испекла. Думала, может, взять. Может, что зайдет. А зять сейчас выходной? Взять выходной, да? Ну, он поздравил меня. Он приходил? А, звонил. Вот, это вот мы будем все кушать. Крыточка.
Тебе аж две открытки или это одна такая? А, две? Там открытка, а то... Конвертик, ага. Конвертик. Конвертик. Мама говорит, что ты мне никто тюльпаны не подарила, мы вот маленькие тюльпанчики. Да, я тоже, Лёшка сегодня принёс розы, а потом мы пошли выбирать тебе тюльпаны. Ой, а что тебе? Мы их поставить. У нас проблема с вазами. С вазами. Что у нас есть с вазами? Это ваза, это очень большая ваза. Может их сюда поставить? В эту вазу. Поставь, это они как раз длинные. Мама говорит, а я очень люблю тюльпаны, и мне никто тюльпаны не подарил. Папа, знаешь, почему желтые розы маме подарил? Потому что мануальчик сказал, что на красный свет. Красный не мой свет. Красный не мамин свет. Так что я теперь буду с красными розами. Молодцы, что приехали, прямо он. Ну вот, гости к тебе. Через... С конца другого города, блин, знаешь, пока доедешь. Совсем раздетая, сегодня холодно. Ешь куртки. Че, Гатя, в красной куртке? Я в красной куртке. А, она тепло тут. Не, мне тепло, мне тепло. Это модно. Очень тепло. Но мне тепло, правда. Тепло прям страшно. Да, Дяшка, да. Я не на твоей стороне, не надо. Ты не на чьей стороне. Не надо на меня так смотреть. Значит, сегодня праздник. Кстати, я, знаете, что пила очень вкусно кофе. Ага. И маршмеллоу бросаешь туда. Вот одну штучку в кофе, но без сахара. Ой, и мам, мы уже не можем вообще думать про маршмеллоу. Фу, блин, да после того челленджа. А ты вспомни, как мы пошли после челленджа. Куда? Ой, какие Франсуа. Тюльпанчики. Ой, пипец. Тюльпанчики красивенькие. Все, мама, все, довольна. Подрезать или не надо? Да, может, не надо пока, положи их так. Хай постоят, а потом будешь подрезать. Мы подрезали эти пять розочек, там три или четыре прям такие живые-живые прям будут распускаться. А две уже все. Ну что, он привез, да, одна уже умерла. Нет, у меня ваза, что может розы, у меня розы тоже не переставят. А хай в этим стоят. Если у меня ваза, но она маленькая для них. Пусть так стоят? Пусть стоят, их расправь немножко, Зак. Недостача. Розовые тебе взяли. Не красные? Не, Алёша смотрел на красные там. Я говорю, мне надо красные. Не красные, они были красные с белым и красные ты огненные. Красно-оранжевые ты показывал, как у бабушки моей росли. Варенички на работу тормозочек. Пирог, мама. Есть еще и макароши, но думаю, вы лучше перец хотите. Перец. Макароны. Я выберу. Дома уже едите. А он да, вчера поедете. Добрый день. Макароны такие, макароны всякие. А мы как-то подоставились неделю, вроде бы я на работе. С чем пирог? С яблоком, с изюмом. Класс. И корицей пахнет. Класс. Будем сейчас кушать, да? Тебе черный хлебушек? Мне? Да. Да. Хотя, ну ладно. Давай белые уши. Тогда и наемся точно. Лёша, садись на своё место. О, уехали, поздравили, поели. Нас накормила. Накормила, да. Чаем. Берцы очень вкусные. Пакеты тоже. Да, наши ищи. Ну и гулять мы по времени уже не успевали. Мы не рассчитывали на то, что сидеть будем у мамы, да? Ну да. У неё и погода такая, что совсем не лётная. Погода реально как-то очень холодно. Да. Не совсем не сильно. Да. А зато идем еще Дяшке за подарком. Маленьким подарком, да, Дёся? Да. Опять все там же, туда же.